Привет, друзья, Миран на связи. 2016 год начался буквально месяц назад, а уже вышло огромное количество охренительнейших релизов. Некоторые из них я отложил для номерных выпусков Metal Music Madness. Про некоторых исполнителей мы уже здесь говорили. Да, новый альбом Машина очень крутой, лично мне он понравился больше, чем предыдущий, но сейчас давайте поговорим о чем-нибудь новом. И начнем мы с альбома Identity от Sidecore. Лично я очень ждал этот альбом. Предыдущий релиз Sidecore вышел в 2010, а последний из двух офигенных клипов вышел уже год назад. А потом тишина. И я уже был подумал, что группа свернулась. Но нет, Identity оправдал все ожидания. Конечно, кого-то может смутить обилие нулевых рифов и простота лирических конструкций, но все это сделано для того, чтобы просверлить в вашем мозгу максимально огромную дырень и запихнуть туда их технофутуристичный посыл. Мы любим жизни один раз, а после ищем лишь похожих. Или как там говорится в этих ванильных пабликах. И вообще, о чем-то я? Ах да, о Cyberit. То есть я прощаю Sidecore, их налет копипасты и однообразности, хотя бы потому, что они напоминают мне вышеупомянутых швейцарцев, а это редкое явление. Но есть один момент, в котором они обгоняют и Cyberit, и кучу других своих коллег по цеху. Это сценический имидж. Вряд ли тот, кто случайно попал на их концерт, потом не загуглит этих ребят. Sidecore не слабо так заморочились с внешним видом. Если говорить о преемственности, то следующий релиз можно охарактеризовать как смесь Карпиклани и Эльшторм. А такая смесь, думаю, многим придется по душе. Ее нам организует испанская группа Лепока. Январский релиз стал для Лепока вторым. 2 года назад своим дебютником Folkaholic Metal они определили себе направление, которому успешно следуют до сих пор. Задорный, юморной фолк-метал. Однако за эти 2 года они сделали прям огромный прыжок в части постпродакшена. У себя на родине Лепока уже безоговорочно стоят в первом ряду местных фолковых команд, а с таким запалом с легкостью покорят и мировые площадки. Я еще до конца не понял, то, что они поют на испанском, поможет им в деле покорения музыкального Олимпа или наоборот помешает? Лично я рад еще одному годному коллективу в немногочисленной испаноязычной метал-сцене, но предполагаю, что кого-то их язык может смутить. Благо, музыка интернациональна. Лепока прекрасно передают настроение посредством мелодий и, конечно же, некоторых названий. А если кто-то не будет их слушать из-за факта использования неизвестного ему языка, что ж, он многое потеряет. Solo por esta noche los difuntos pueden regresar. Tu contrato es el pacto de amenazas que no se debe alimentar. Una hoguera ayudará a alumbrar este viejo ritual. Brujas, trolls,
Ну и напоследок еще один долгожданный и очень правильный в каком-то смысле релиз – одноименный альбом Degraded. Объясню, что я имел в виду. Для Degraded этот релиз стал пятым. До него они вполне регулярно выпускали альбомы, но, видимо, в умах слушателей их позиционирование металось от true металла в виде агрессивного МДМа до не true в виде всех этих мелодичных припевов с чистым вокалом. Ну и новый альбом должен был поставить точку в этих скитаниях, что он и сделал, показав, что Degraded — это не то и не другое, это нечто особенное, это отличные запоминающиеся мелодии без вреда для напора и агрессии. Это отличный пример современной тяжелой музыки. Видимо, по некой традиции пятый альбом стал одноименным, дабы показать, что сейчас группа находится именно в том виде, в котором музыканты и хотели бы. Это напомнило мне Migraine, чей третий альбом мне также дико доставил, но надеюсь, у Degraded дела пойдут лучше. И есть еще один момент, почему я жду каждый новый альбом этих шведов. Их вокалист Микаэль Селин с каждым релизом поет все круче, и его и без того высокий скрим становится все выше и выше, и мне просто уже интересно, когда он остановится. Что мы имеем в итоге? Ряд убойных релизов от Sipecore и Degraded разбавили испаноязычные, но простые и понятные лепока. А если вам этого кажется мало, и вы хотите чего-то более каноничного, то советую вам послушать наших ребят Distant Sun. Они высекают отличный ортодоксальный павер без электроники этого задранного вокала. Если вам понравится их материал, пишите об этом в комментариях, и мы расскажем о них поподробнее в одном из выпусков MMM Review. Если вам понравилась хоть одна из этих групп, ставьте лайк под этим видео и размещайте его на своих страничках ВКонтакте и на Фейсбуке. Этим вы не слабо так поможете музыкантам. Ну а подписка на наш канал обеспечит вас притоком нового музла. С вами был Миран. До связи.